Так, и переходим к самой большой посылочке. Тут у нас, скорее всего, рубашка. Рубашка-улыбашка. Тоже заказывал на гадо-сделках за 170 рублей. Сейчас она чуть-чуть подороже, но она клевая. Должна быть. Потому что у нее отзывов не так уж и много, но, по-моему, это не та рубашка. А ну, показывай, что ты тут нам прислал, продавец. Так, это что там такое выпало? Не знаю. Что выпало? Ну ладно, не суть. Так, вот такая вот рубашка. Обзорчик у нас чуть-чуть остановился. Так. А нет, все то. Вот этот вот значок, флаг точнее. Ой, ну как. Вот я из-за чего брал эту рубашку. Сейчас я примерю ее. Вот такая вот. Видите, вот это вот. Вот это вот по всей рубашке. И мне это очень понравилось. Это какая-то такая фишечка. Но я знаю, это кто-то из каких-то модельеров тоже делал такую рубашку. Но она стоила там что-то 3000 рублей, что ли. Где-то я видел такую. Ну, в принципе, ткань такая прикольненькая, плотненькая. Вот, B-top. Так, я заказывал 3XL, да? Продавец все верно. Ну, в принципе, все прошито вроде бы. Нитки ничего не торчат. Сейчас примерю и скажу все вам. Не отключаемся. Вот такая вот рубашка, не знаю, вам будет видно. Чуть-чуть она маловатая, но ничего страшного. Вот, как ворона на себя нацепил часы. Ну, извините, конечно, что я в бриджах. Но я не захотел что-то прибирать, переодеваться. Отлично, в принципе, рубашку. Советую, заказывайте. Ну, часики вот к ней идеально подходят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и участвуем в розыгрыше. Всем пока.